поздравить Наталью с ее днем рождения. Конечно, твои заслуги, Наташа, в этом нету. Это твоя мама. Папа, да, вот. Ну и папа как коммерческое, некоммерческое партнерство. Так вот, я буквально четыре строчечки таких в поздравления. Сейчас Андрюшечка отойдет оттуда. Я поздравленница. Так, чтобы глаза в глаза. Ты навсегда останешься красивой. И навсегда твои останутся дела. Я лишь хочу, чтобы ты была счастливой. Я так хочу, чтобы просто ты была. Однажды вдруг все воплотится, уйдут сомнения, муки, споры, и ты взметнешься к небу птицей, и с высоты увидишь горы, увидишь землю и причалы, леса и реки, и заливы, аэропорты и вокзалы, и ощутишь, как жизнь красива. Ты полетишь туда, где счастлив был в детстве, юности и позже. Над куполами, над церквами, над целым миром полететь ты можешь, но только тянет к самым близким, а также дальним, но любимым. Ты невесом, ты словно призрак. Тебя подхватят херувимы, и ты покружишься над домом, презрев земную оболочку, поймешь, что скинуты оковы, и ты поставил в жизни точку. Последний раз с родными встречи. Но почему тебя не видят? А ты летишь куда-то в вечность, где боли нет, где не обидят. И вот выходишь на конечной своей последней остановке. Внизу туман, но он не вечен. А ты вверху и без страховки. Когда-нибудь все воплотится. Когда-нибудь